Все, ПТРК готов к бою. Вышло 2 единицы, расчет отработал штатно. Вот, то есть быстренько увидели их. Ну и, соответственно, произвели 2 пуска, 2 цели. А что за машины были? Брэдли, М113, американские. Скажи, бронетранспортеры. А пехота внутри? Ну, мы не видели, как они высыпались. Вот, то есть, если она пехота и была, потому что работали термобарическими снарядами, то, скорее всего, они все там остались. Как вообще вот ситуация на твоей позиции? Часто приходится работать? Ну, не то, что часто, но бывает. Ну, последние 2 дня работаем плотничком. Танки 64-ки были советские. В основном советская техника. Пикапы отрабатывали. То есть пытаются прорваться? Да, да. Пытаются прорваться. Ну, пока мы на дежурстве, ничего у них не получится. Вот что касается леопардов, абрамсов, вот этих вот машин. Знакомы с ними? Знаете, куда бить? Да. Ну, они нашему вот именно корнету, ему, в принципе, ему нету никакой разницы, что в бок, что в лоб. То есть он пробивает 1300 мм за динамической защитой. То есть именно кумулятивная ракета, она пробивает любой вид брони, который стоит на вооружении у НАТО и который стоит у нас на вооружении. То есть аналогом этого комплекса нет в мире.